Открытие фидерной линии в порту Актау по транскаспийскому маршруту вызывает интерес у европейских логистических компаний. Об этом стало известно на конференции по развитию каспийских портов и судоходства. Отмечу, более 200 делегатов принимают участие в выставке. Гостям был представлен новый маршрут. Проект реализован по программе «Нурлыжол». В апреле по направлению Актау-Баку запустили первое казахстанское фидерное судно, рассчитанное на 225 20-футовых контейнеров. На нем транзитный груз из Китая достигает берегов Турции. Далее, по железнодорожным сообщениям, товар попадает в Европу. Созданный гибкий маршрут в Каспийском море позволяет доставить продукты питания и сырье в кратчайшие сроки. Это и привлекает внимание зарубежных экспортеров. Заинтересовались это, вот, во-первых, международные контейнерные операторы компании MSC, которая уже сейчас подает заявки на транспортировку своих контейнеров из Турции, из стран Южной Европы к нам в Казахстан, в Узбекистан. Буквально в этом году мы запустим еще один корабль, и у нас появится возможность клиентам предоставить расписание, когда будут два судна выходить в неделю. На этой выставке мы видим, насколько высок потенциал у морского порта Актау. Для нас важен маршрут TMTM. Наличие регулярного маршрута через Грузию по коридору – это то, что нам нужно. Я предполагаю, мы установим стабильные партнерские отношения между местными портами с крупным румынским портом Констанца.